Чё именно к пусе обращаешься? Мне собрать? Берем девяткам. Блядь, парни, вы шестерки, ваши девятки можно перевернуть. Станет шесть. Твоя тоже. В смысле, ты он? Ты попустил. На самом деле, тоже шестерка. Хорошо. Заместители, организации, сват, вот уведомляют вас. Вообще-то пожилые, пожилые. В притонах, в гетто, большой, ацтек, ближняя, рифа, 37. А можно так, спросить, наркопортится есть... или нет? Нет. Блять, у меня Алиса включилась, чё она? Наркопортится или нет? Алиса отключилась, девушка твоя или кто? Наркотики идут мне, кстати, да? В телефоне, подожди, Алиса. Можно, пожалуйста, я просто пожилой, у меня аптечки испортились, а хилиться-то надо как-то. У нас вон Роуз, у нас пожилой Роуз. Приходишь в больницу. Лечишься. Берешь, приходишь 24/7, покупаешь сигареты. Берешь. Слушайте, слушайте. Да там я хочу по-быстрому, я же это, Роуз, нарко хочу. Ты сам юзал нарко на РКП, а что ты мне тут врешь, я твой детектив бывший. Блять, спалили. Вот именно, блин. Ну и чё? Да, юзал. Можешь, в принципе, приобрести меня, но у меня цена зашкварная. У меня, я, короче, это как его, груду сливал, у меня ещё в багажнике лежит. Так что у меня где-то под 800 штук. Ну так юзай, в чём проблема? Ну так разрешаешь, да? А, ты хочешь у меня разрешать? Да, ну, ты понимаешь, ты в конфе сват. Смотри, и... ответственность я тебя и несу. Да, но меня как дождник, если увидит, он по-любому меня сольет. А, ну да. Тогда лучше не стоит. Кстати, ты видел это, как его, в архив СИД? А что там, я не смотрел, я просто делал. Просто посмотри. Пока не чекай по-братски, пока не чекай. Блядь, короче, люди, пошли вы нахуй, у меня фраб со звуком идет, и вы говорите то, что вы, блядь, свинков кое-что делаете, да? Гидра, хочу арбуз. Хочу арбуз. Арбузники. Гидра, пошли вы. Иди вон, соляр, чек ничего не оставили. Какое расследование, офигеть. Гидра, давай по-патрулю пошли. Арбузники. Пожилой агент. Кенши, я не понимаю, ты о чем? Ни о чем, сейчас угадай. Подожди, пусть он прочитает, прочитай, пожалуйста. Блять, ну я же сейчас форум не что пропустил? Подожди, ну просто посмотри, что там. Блять, пожилые. Подожди, ну вот смотри. Пожилой. Пожилой агент 228. Хитрый, пошли в ЛС, надо поговорить. В смысле, ты удалил? Я удалился. Ты же не админ. А, у него просто осталось. А, тут еще и два, но я их обе удаляю. Ну, прочитай потом.